И за эти три дня услышали много докладов от производителей оборудования, от интеграторов, непосредственно от коллег из компании Гуртом. Самое время услышать действительно серьезный доклад, который я и представлю. Но давайте начнем. Сейчас только мне включат презентацию. Поделюсь немножко практическим, немножко экспертным действительно там со своих годов опытом по тому, как правильно построить эффективный сервис, потому что это действительно важно, и мы, конечно же, разберем, почему в том числе это важно. Чуть-чуть информации про себя. Всю жизнь занимался физикой и математикой, то есть по образованию прям технарь-технарь, но, собственно, вся моя, наверное, карьера связана так или иначе с построением, организационным построением процессов сервисного обслуживания в крупных компаниях, в первую очередь в России и в странах СНГ, и с автоматизацией процессов сервисного обслуживания как внутренних процессов внутри крупных компаний, ритейл, банки и так далее, так и компаний, которые предоставляют услуги, скажем так, вовне. Ну и, собственно, последние годы мы, поскольку решили на досуге заняться разработкой программного обеспечения, о котором я тоже расскажу в самом конце. Итак, давайте к делу. Как обстоит ситуация сейчас с сервисным обслуживанием в России и на самом деле в русскоговорящем сегменте, на всем постсоветском пространстве? Как мы ее видим, как мы ее слышим от сотен сервисных компаний, с которыми ежедневно общаемся? Ситуация на самом деле не сильно далеко ушла от того, что было в 90-е годы. Мы научились продавать, что-то перепродавать. А вот что делать дальше с теми услугами или товарами, которые мы продали, как дальше взаимодействовать с клиентами так, чтобы был вау-эффект от взаимодействия с нами, мы, мягко говоря, еще не очень научились. При всем при этом мы отмечаем следующие, тренды. Я о них постоянно говорю практически на каждой презентации. Эти тренды мы видим на самом деле во всех сервисных отраслях, не только в отрасли компаний, которые занимаются внедрением и обслуживанием различных датчиков GPS, GLONASS или систем мониторинга транспорта. Конкуренция серьезно нарастает, становится тесно. Нужно с этим, в общем, что-то делать. И на самом деле вопросы про конкуренции даже в первый день задавали Ольге Филанчук на ее докладе. Мол, Ольга, что делать? Мы тут все со всеми конкурируем, подскажите, как быть. То есть проблема действительно актуальная, ее нужно как минимум принять во внимание. При всем при этом, чего уж скрывать, экономическая ситуация на всем постсоветском пространстве, она, мягко говоря, в последние годы не очень-то развивается, наверное, так я слово подберу. И в этой связи клиенты, ваши уже конечные клиенты, они, к нашему сожалению, и к вашему, видимо, тоже, вынуждены затягивать пояса. То есть действительно они хотят за меньшую стоимость получать больше. Ну и в общем и целом эта ситуация ни к чему хорошему обычно не приводит. А к чему она приводит с точки зрения компаний, которые, собственно, сервисным обслуживанием и занимаются? Если они не находят каких-то компетенций со своей стороны, уникальных, которые они могут предложить рынку, какого-то своего отличия, вот, собственно, на рынке всех тех компаний, которые занимаются схожей деятельностью, они демпингуют. На самом деле про демпинг я мог бы рассказывать отдельно. Это вообще целая проблема большая. Демпинг, он, откровенно говоря, вреден всем. Он вреден конечным клиентам на самом деле, он вреден тем, кто им занимается, потому что в общем смысле зачастую компании работают ниже уровня своей рентабельности и в конечном счете вынуждены закрываться, либо предоставлять сервис как раз худшего качества. Ну и другие компании, которые на рынке работают, не найдя какого-то своего адекватного ответа на этот демпинг, продолжают дальше демпинговать. Но, повторюсь, об этом можно отдельно говорить. Я бы просто обратил внимание на совокупность причин. Конкуренция нарастает. Денег становится на самом деле у конечных клиентов меньше, и при этом вы же продолжаете демпинговать. Собственно, ключевой вопрос, готовы ли вы к такой ситуации, как предлагается с этим бороться? Ответов на самом деле не так много, как в этой ситуации, скажем так, правильно себя позиционировать и как жить. Я вот опять же вернусь к докладу Ольги Филанчук. Она отвечала на самом деле двумя пунктами, что можно сделать в рамках конкурентной такой борьбы. Первое — найти как раз те самые свои, либо какие-то уникальные компетенции, которые рынку предлагать, либо сфокусироваться на каком-то конкретном сегменте и, собственно, предлагать какие-то услуги и решения не в ширину, скажем так, а в глубину. Ну и третья часть, которую она сама отмечала, это тоже действительно предоставлять тот самый качественный вау-сервис, о котором я и поговорю. Собственно, видимо, я тут уже несколько слайдов случайно промотал, но ничего страшного, я вернусь. А как обстоит ситуация с сервисным обслуживанием за рубежом? Об этом тоже много и часто говорят, и эти результаты этих исследований приводят очень часто. Я не буду подробно останавливаться. Ситуация состоит в том,
что действительно, если мы исключаем клиентский отток, а клиентский отток на самом деле связан с не очень, скажем так, с не очень высокой удовлетворенностью конечного клиента нашими услугами. Так вот, если мы исключаем клиентский отток, мы на самом деле значительно увеличиваем прибыль своей компании, не обороты, конечно же, не выручку, но прибыль. И на самом деле есть много западных исследований, которые явно и четко дают нам понять, что сервисным обслуживанием действительно нужно заниматься. И вот с учетом вышесказанного, с учетом проблематики, с учетом различных исследований, с учетом, кстати говоря, стенда, если вы видели или натягивали ниточки, можно обратить внимание, что там вы сами отмечаете, что клиенты действительно ждут от вас качественного сервиса, и это самое главное, скажем так, компонента того, над чем нужно работать. Поэтому первый шаг, на самом деле, просто наконец-то осознать, что этим нужно заниматься. Не просто угукать и говорить «да, этим надо заниматься», но продолжать ничего не делать. Это действительно первая такая проблема, и, соответственно, первый такой теоретический шаг. Я надеюсь, в рамках предыдущих слайдов я вам тоже показал, что действительно без этого вы на самом деле уже в ближайшей перспективе останетесь за бортом. Прежде чем я перейду ко второму шагу, я хотел бы отметить, чего ни в коем случае не нужно делать по нашему опыту общения с тысячами компаний сервисными из разных отраслей. По каждому пункту немножечко подробнее. Во-первых, на рынке много консультантов, теоретиков, которые говорят, как вам выстраивать сервисную поддержку. Наверное, к ним можно отнести и меня. Правда, услуги я не предоставляю такие экспертные, но тем не менее. Они ходят, используют различные аббревиатуры, ITIL, ITSM, там много на самом деле западных методологий, в которых описано, как выстраивать сервисное обслуживание. Несколько книг, дорогие курсы обучения, еще более дорогие проекты внедрения. Ни в коем случае этого не делайте. Все эти вот аббревиатуры, страшные слова, правильное выстраивание процессов подходит только очень крупным компаниям, в которых тысячи сотрудников, в которых много распределенных офисов и у которых есть, конечно же, бюджеты и деньги на то, чтобы такие проекты запускать. Ни в коем случае не стоит уходить в написание, соответственно, каких-то внутренних регламентов, детально расписывать, кто чем занимается, писать какие-то талмуды для того, чтобы вроде бы как подробно разобраться, как все работает. Ни в коем случае не нужно уходить именно в детализированное описание документации, а самое главное, не нужно сразу придумывать какую-то картинку to be, то есть то, к чему вы хотите прийти. Этого тоже не нужно делать, потому что обычно это оторвано от реалии, это сложно запускать, и на самом деле, как и у любого проекта, зачастую такие проекты заканчиваются не очень успешно. Ну и еще один момент, который, наверное, нужно вычеркнуть, не нужно так делать. Не нужно запускать внутренние проекты с выделением, в том числе внутренней команды, по поиску какой-нибудь системы автоматизации сервисного обслуживания без четкого понимания, что вы хотите от нее получить, какие требования вы к ней предъявляете, кто будет ее внутри компании внедрять и какие результаты она должна принести. Не нужно запускать проект по выбору системы, тратить время, демотивировать своих сотрудников, если не понимаете, зачем вам система. Поэтому второй шаг после осознания того, что сервисным обслуживанием в принципе пора заниматься, он на самом деле очень простой. Вы все так или иначе занимаетесь сервисом, вы все сервисные компании. Поэтому у вас уже так или иначе есть какие-то сложившиеся процессы. Я сейчас не обсуждаю о том, насколько они эффективны, насколько они корректны и так далее. Суть в том, что вы, в общем-то, этим занимаетесь, а значит, у вас так или иначе какие-то практики уже имеются. Так вот, просто с ними нужно разобраться и по опыту, на самом деле, опять же, повторюсь, не писать какие-то процедуры, регламенты, нужно просто описать на 2-3 листах, выписать основные роли в основных же процессах поддержки и сервисного обслуживания, описать входящие и исходящие, скажем так, потоки, зоны ответственности и просто, исходя из этого, действительно увидеть, а что же у вас в компании с процессами сервисного обслуживания происходит, без каких-то деталей, без картинки to be и так далее. А теперь вот так вот разворот, немножечко необычный, чтобы перейти к третьему шагу. Осознали, разобрались с текущими процессами, но теперь важно понять, от чего от нас ждет клиент. Ну вот все вы там ниточками написали тоже, что клиент ждет качественного сервисного обслуживания. А на самом деле я вот этот слайд взял у наших коллег из отрасли как раз обслуживания различных датчиков, систем мониторинга, компания ИТ-сервис из Барнаула, это прям их слайд. Но тем не менее, что вам всем кажется, ждет от вас клиент? Соответственно, вам кажется, что он ждет компетенции, вы на это на самом деле зачастую делаете ставку. Кажется, что он ждет минимальной цены и только на последнем месте какие-то скорость решения, время, скорость реакции, время решения и так далее.
На самом деле, повторюсь, я вот с этим согласен, но слайд не мой, сразу, если вдруг. На самом деле штука в том, что клиент от вас ждет как раз непрерывности своего бизнеса. То, что вы ему обеспечите этот самый непрерывный бизнес, о том, что какой-нибудь грузовичок не будет стоять, когда ему нужно ехать, как вариант. Соответственно, о том, что вы как можно быстрее отреагируете на его проблему, он узнает об этом, он узнает, что его там, условно говоря, проблемой занимаются, и быстро ее решите. Во вторую очередь он на самом деле ожидает от вас, скажем так, какого-то ценового предложения разумного. Ну, не напряженность, это скорее просто на уровне человеческих отношений, что все будет в порядке, что, скажем так, он понимает, что к вам можно обратиться, вы там, условно говоря, это отработаете и так далее. И только в последнюю очередь на самом деле клиент от вас ожидает компетенции, потому что, и это тоже некоторая проблема, по умолчанию клиент считает, что у всех вас эти компетенции одинаковы. Это, как я говорил ранее, второй, скажем так, повод некого дистанцирования внутри любой отрасли, нахождение как бы своих уникальных компетенций и так далее, но по умолчанию клиент считает, что вот вообще говоря, это не очень важно. Ответ к тому, чтобы решить главный вопрос, обеспечить непрерывность бизнеса, начать контролировать время реакции, время решения, казалось бы, на поверхности. Какая-нибудь helpdesk-система. Наверняка многие из вас про это слышали, часть из вас называет такие системы CRM-системами, что нас очень на самом деле обижает, потому что CRM это не для поддержки, не для сервисного обслуживания. Но так или иначе, вот простой ответ. Время реакции, учитывать, что-то там считать, контролировать. Давайте helpdesk-систему внедрим. Оказывается, проблема в том, что у вас, и это исследование наше внутри отрасли прошлого года, и на мониторинге результаты подтвердились, я показывал эту картинку и просил поднять руки, мы спросили более чем у 200 компаний из вашей отрасли в прошлом году осенью. Коллеги, а есть ли у вас какая-нибудь внедренная внутри организации система автоматизации сервисного обслуживания, которая позволяет регистрировать все заявки, контролировать время решения, сроки реакции, понимать в привязке к какому там, условно говоря, датчику зафиксирована проблема, как-то контролировать различные отчеты SLA? Ответ такой, что больше 80% не используют подобные системы или даже не планируют их использовать. То есть мы вроде бы, еще раз повторюсь, все понимаем, что этим нужно заниматься. Ответ кажется, что на поверхности, но реальная ситуация продолжает оставаться такой, какая она есть. Вот так мы отреагировали на результаты. 18% сказали, что что-то у них имеется, причем, опять же, зачастую это никакая не helpdesk-система. А вот это 25-й кадр просто в качестве подтверждения того, что результаты западных исследований, то, о чем я говорю, это на самом деле не фикция, просто цитата одной из сервисных компаний, которая, в общем-то, действительно говорит о том, что клиенты уходят, если понимают, что там их заявками не занимаются, а вы как компания теряете деньги и так далее. 25-й кадр убираем, пойдем дальше. Итак, третий шаг на самом деле действительно важно. В привязке именно к сервисному обслуживанию есть специализированные системы, которые предназначены для этого, которые ориентированы на автоматизацию сервисного обслуживания и позволят в том числе предоставить вау-сервис. Это helpdesk-системы. И вот тут важный уже 5 минут осталось. Важный возврат назад. Helpdesk-система, которая позволит вам навести порядок и прозрачность в текущих процессах, которые мы до этого описали. И которая позволит вам дальше выявить точки, скажем так, оптимизации. Кажется, что все просто, но непонятно. На рынке множество helpdesk-систем. Что делать? Нужно выбирать, конечно же, систему, опять же, потому что результаты нужно получать быстро. У вас уже есть сложившиеся процессы, повторюсь. Нужно выбирать систему, которая позволит быстро запуститься, буквально за пару дней, в рамках текущих же ваших процессов, и которая позволит получать результаты. Но при этом система должна быть достаточно гибкой и функциональной для того, чтобы впоследствии, выявив точки неэффективности внутри этой системы, вы могли и процессы свои изменять, понимая где, и систему вместе со своими процессами подстраивать. Поэтому система все-таки должна быть гибкой и функциональной. Ну и в идеале, если эта система будет с учетом отраслевой специфики и будет закрывать все, скажем так, основные вопросы, связанные с сервисным обслуживанием. На самом деле их не так много. По нашему опыту, ключевые проблемы, с которыми сталкивается каждый из вас, это та же самая потеря заявок. То есть нужно исключить потерю заявок на 100%. Нужно начать контролировать так называемые SLA. Это вот те самые время реакции и время решения. И на самом деле со временем предоставлять конечному клиенту все более, неправильно, менее и менее, сейчас сформулирую правильно, в общем, время реакции и время решения должно быть все меньше и меньше, чтобы, опять же, клиент не простаивал ввиду того, что что-то у него не работает. Ну и, понятно, нужно понимать, чем занимаются ваши сотрудники, чтобы как-то повысить их эффективность и утилизацию. Ну и, собственно, естественно, иметь какие-то отчеты. Поэтому, на самом деле, ну не совсем это четвертый шаг, а третий с половиной, нужно, конечно же, выбирать и внедрять правильную helpdesk-систему, которая позволит добиться быстрых побед,
который будет содержать нужную объектную модель, где можно будет учитывать транспортные средства, все ваши обслуживаемые датчики, можно будет, в общем, вести учет разовых работ и так далее. Ну и вот, собственно, этим мы и занимаемся. Минутка рекламы. Некоторое время назад мы осознали потребность рынка в системах такого класса, потому что все хелдески, они просто зачастую тикетницы. Они позволяют регистрировать заявки, но никак не отвечают на ваши вопросы узкоотраслевые, повторюсь, где нужно фиксировать и вести учет договоров, понимать, оплатил ли нам клиент или не оплатил, где нужно привязывать заявки к конкретным транспортным средствам, в вашем случае, к конкретным датчикам, например, чтобы в том числе выявлять производителей, датчики которых чаще всего сбоят, и, например, отказываться от их внедрения и покупки, ну и, соответственно, внедрения конечному клиенту. Собственно, система реализована на базе опыта большого количества компаний, и на сегодня мы действительно являемся, пожалуй, самой активно развивающей системой. Помимо того, что я сказал, внутри системы достаточно много модулей, связанных с автоматизацией повторяющихся работ, работой в полях с мобильными приложениями. Ну и, наверное, основной момент связан с тем, что у нас есть 8 каналов для регистрации заявок, уже готовых, мобильное приложение для заявителя, телеграм-боты, интеграция с e-mail'ами. В общем, ничего не пропустите. А я не пропущу, что вы мне показываете про 2 минуты. И еще один момент. Мы уже говорили, что нужно быстро запуститься. Мало того, что система должна быть функциональной и гибкой, она должна приносить вам результаты. И, естественно, в том числе, повторюсь, это с учетом контроля времени реакции, время решения будет приводить клиента, скажем так, к вау-эффекту. Чтобы быстро запустить, неплохо бы, чтобы она была интегрирована с решением Vialon. Ну, не зря мы, наверное, здесь на этой конференции об этом говорим. И мы сделали эту интеграцию. Она сейчас позволяет вам синхронизировать из Vialon, хостинга или локала все обслуживаемые объекты и датчики, которые на этих объектах стоят. То есть вы можете, грубо говоря, в пару кликов загрузить всю базу. Соответственно, клиентскую базу обычно загружают либо из CRM-ки, либо из 1С. И фиксировать заявки в привязке к клиенту, транспортному средству, датчику. Ну и побежали, потому что каналы регистрации все есть из коробки и запускаются очень быстро. Я не буду в рамках презентации говорить об опыте ваших коллег из отрасли. На самом деле из вашей отрасли у нас уже десятки компаний используют систему. Собственно, можно зайти на сайт, почитать их отзывы. Достаточно много. Партнеры всех компаний в качестве производителей и многие партнеры компании Vialon. Я, завершая свой доклад, последний слайд, скажу о пятом шаге. Осознали проблему, соответственно, разобрались с текущими процессами, выбрали систему, которая позволит текущие процессы автоматизировать, да так, чтобы быстро запуститься и как-то адаптировать. А вот это как раз и пятый шаг, потому что, несомненно, после внедрения системы, которая вам, скажем так, повысит прозрачность, и вы увидите проблемы в процессах сервисного обслуживания, где кто не дорабатывает, почему это происходит и так далее, конечно же, дальше нужно эти процессы, скажем так, оптимизировать внутри, вот там уже писать регламенты, там реализовывать документацию, и важно, чтобы система в том числе умела подстраиваться под новые процессы, то есть, повторюсь еще раз, возвращаюсь, была гибкой и, соответственно, функциональной. Подробнее, если кто-то успеет и к нам не подходил, можно подойти и узнать, как мы работаем. У меня, наверное, на этом все. Спасибо. Большое спасибо, Кирилл, за такой хороший рассказ о, безусловно, важной системе для ведения любого серьезного бизнеса.